Здравствуйте, ребята! Начинаем наш очередной урок физики. Давайте вспомним, ребята, какой раздел физики мы сейчас изучаем. Термодинамика. Термодинамика. Молодцы. Хорошо, молодцы. Какие явления изучаются в этом разделе? Тепловые. Тепловые. Так, теперь, ребята, по одному, пожалуйста. Что обозначает слово термо? Тепло. Тепло, правильно, Катя. Угу. Жара. Ребята, придумайте, пожалуйста, слова, от которых человеку станет на душе тепло и светло. Целая группа. Позитивная. Угу. Самая позитивная группа. Хорошо. Я тобой восхищаюсь. Я тобой восхищаюсь. Прекрасно. Еще. Вы прекрасные люди. Вы прекрасные люди. Хорошо. Ребята, я тоже для вас... Все выглядят замечательно. Прекрасно, Даша. Спасибо, ребята. Я для вас тоже приготовила слова. Вы самые лучшие студенты, ребята. Вы самая позитивная группа в колледже. У нас все получится, ребята, у всех. Одно из слов, которое дарит тепло, это доброта, ребята. Я хотела бы начать наш урок словами Пришвина. Доброта – это солнце, которое согревает душу человека. Все хорошее в природе – от солнца, а все лучшее – от человека. Ребята, не забывайте дарить тепло своим окружающим людям. Пусть сегодня у вас будет тепло и светло на душе. Ребята, мы согрелись, а теперь давайте перейдем к домашнему заданию и скажем, а как же согреваются у нас животные? Перед вами картинка. Здесь заяц, морж, лиса, птица Гага, кит и бобер. Как можно сгруппировать этих животных по способу сохранения тепла? Можно сгруппировать. Они обитают в воде, и их объединяет то, что у них шерстяного покрова. Угу. Так, значит, вы объединили моржа и кита. Хорошо. Как еще можно объединить этих животных? А еще лиса и заяц. Пожалуйста, Настя. А у лисы и зайца к зиме вырастает густая шерсть, особенно подшерсток. Они хорошо сохраняют воздух, и этот воздух нагревается теплом животного и спасает их от морозов. А еще заяц к зиме меняет окраску на белый цвет. Это не только помогает ему скрываться от хищников, но еще и когда шерсть теряет пигмент, в ней собирается воздух и не допускает потери тепла. Хорошо. А у лисицы есть большой пушистый хвост, и залезая в нору, она им укрывается. Правильно, хвост служит как бы одеялом у лисицы. Так, потом можно объединить птицу Гагу и бобра. У Гаг очень теплый пух, который помогает им сохранять тепло. Мех бобра плохо намокает и помогает сохранить тепло в ледяной воде. Их объединяет жировая смазка. Жировая смазка помогает сохранять им тепло даже в ледяной воде. Правильно вы говорите. Так, спасибо, ребята. А домашние животные, ребята, дома у вас, как готовятся к зиме? Кошка у кого есть? Собака, кошка? Да, у них тоже вырастает. Ну, да, кошки тоже... Кошки линяют. Да. Да, они начинают линять, и у них подшерстка. Хорошо, значит, вы видите, как они готовятся к зиме. Хорошо, животные так приготовились к зиме. А как люди, ребята, готовятся к зиме? Чтобы сохранить тепло. Одевается тепло. Так, ребята, по одному, пожалуйста. Так. А мы одеваемся теплее. Мы топим печку. Мы топим печку. Потом хорошо. Хорошо. Включаем иммунитет. Молодцы, ребята. Мы, значит, вы готовы же к зиме, получается, да? У нас выпал снег недавно, и мы начали обогревать дома. Так, у кого-то газовое отопление, у кого-то центральное отопление, у кого-то частный дом. На дом, ребята, вам было посчитать, сколько, какое количество теплоты выделяется, когда вы топите печь. У кого дома, у кого частный дом, ребята? У меня. Так, Наташа, да? Наташа, вы посчитали, какое количество теплоты расходуете, когда топите печь? Так, пожалуйста. Чтобы узнать количество теплоты, когда топим печку, за М1 я взяла массу дров, 5 килограмм. Хорошо. Так, за М2 я взяла массу угля, 10 килограмм. Массу этих веществ я... удельную теплоту я нашла по таблице. Удельная теплота дров равна
1 умножить на 10 в 7 степени, джоуль на килограмм. А угля равна 2,7 умножить на 10 в 7 степени. Угу. Хорошо. Потом подставим. Чтобы найти удельную теплоту, сначала я решила удельную теплоту дров, только дров. Угу. Получается, я М1 умножила на Q1, у меня получилось 50 мегаджоуль. Угу, хорошо. Q2 я нашла это удельную теплоту угля. У меня получилось 270 мегаджоуль. Потом нашла общую теплоту. Это Q1 прибавила Q2. И получилось у меня 320 мегаджоулей. Так, значит, вы в день, у вас, когда вы топите печь, у вас выделяется 320 мегаджоулей в день. Так, спасибо, Наталья. Так, а если будет холоднее, что вы будете делать? Мы будем больше угля кидать, больше дров. Да, правильно. Нужно будет больше угля и больше дров. Хорошо, Наталья, большое спасибо, ребята. Так, теперь давайте повторим то, что мы проходили на прошлом уроке. Так, вот вам задание. Исключите лишнее. И вы должны будете объяснить, почему вы именно эту величину исключили. Так, можете писать в чат, ребята. Конвекция, теплопроводность, коррекция, излучение. Кто, ребята, может ответить? Так, я исключила коррекцию, так как это не относится к способу теплообмена, теплопередачи. Хорошо, второе что, ребята? У нас даны формулы. Как вы думаете, какая лишняя формула? Так, ребята, не только в чат пишем, кто может так ответить? Третье. Так, Катя, почему? Ну, потому что она не относится, получается, к конвекции, к теплопроводности, к излучению. Хорошо. Так, кто думает по-другому, ребята? Так, ребята, кто может прокомментировать чат, пожалуйста, проанализировать чат? Я. Пожалуйста, Даша. Так, на первый вопрос ответили все правильно, а вот во втором возникли вопросы, спор между четвертым и третьим. Хорошо. Так, что же теперь, ребята, правильно, третий или четвертый ответ? Четвертый ответ. Так, почему, Даша? А, потому что эта формула вообще не относится к конвекции, теплопроводности и излучению. Хорошо. Так, то есть не вычисляется количество теплоты по такой формуле, да? Да. Теперь давайте вспомним, какие формулы есть для вычисления количества теплоты. Так, Q – это количество теплоты, вспоминаем, энергия, которую тело получает или теряет при теплопередаче. Количество теплоты обозначается буквой Q, единица измерения в джоулях. И вот наши четыре формулы, ребята, основные. Я записала вам три, а одну не записала, да? Поэтому вы ее исключили верно. Ребята, молодцы. Так, теперь давайте сегодня научимся вычислять количество теплоты в лабораторных условиях. Для этого мы заходим в нашу виртуальную лабораторию. Вот такое описание лабораторной работы я вам выслала заранее. Это описание лабораторной работы вы должны были сделать в тетрадях и примерно посмотреть, как будет проходить работа. Так, вот у нас теория работы. Теплообменом называется процесс изменения внутренней энергии одного тела за счет изменения внутренней энергии другого тела. Правило теплового баланса. При теплообмене между двумя телами количество теплоты, отдаваемое одним телом, равно количеству теплоты, которое получит второе тело. Данное правило можно применить в системе, где происходит теплообмен между двумя и более телами. Количество теплоты. Мы сегодня повторили, что такое. Удельная теплоемкость обозначается буквой С. Удельная теплоемкость – это количество теплоты, которое надо подвести к единице массы вещества для увеличения его температуры на 1 градус. Единица измерения Си – джоуль делить на килограмм, умноженное на Цельсий. Нам сегодня понадобится прибор, который называется калориметром. В школе вы однозначно видели такой прибор, ребята, просто я напомню, как он устроен. Калориметр представляет собой два стакана, между которыми расположен теплоизолирующий слой пенопласта или воздуха. Дно внутреннего стакана отделено от внешнего специальной подставкой. Калориметр обычно снабжен термометром и устройством для перемешивания воды. В ходе измерений калориметр нужно накрывать крышкой, ребята. Так, теперь нам понадобятся сегодня следующие данные. Теплоемкость воды 4200 джоуль делить на килограмм умноженное на Цельсий.
Удельная теплоемкость алюминия 900. Это вы себе запишите, ребята, куда-нибудь. 4200, 900. И железо 450 джоуль делить на килограмм, умноженное на градус, ребята. Так, далее. Приборы, которые нам сегодня понадобятся. Грузы известной массы и из известного вещества. Калориметр, термометр, стакан с водой, горячая и холодная вода. Давайте выполним работу. Следуя пунктам. Перед началом работы я бы хотела вам сказать, что здесь в первой окружности это у нас показания шкалы термометра. Во второй окружности у нас будет отражаться шкала стакана калориметра. И в третьем это у нас шкала обычного стакана будет. Налейте в калориметр столько холодной воды, чтобы в нее можно было полностью погрузить цилиндр. Открываем кран, наливаем воды. Так, далее, измерьте температуру воды в калориметре и ее объем. Так, у нас температура воды 20 градусов, объем вы видите здесь 150. Так, далее, налейте в стакан горячей воды и погрузите в нее стальной цилиндр. Так, наливаем горячую воду. Так, тоже объемом 150 возьмем. Берем цилиндр массой 300 грамм, стальной, ребята. Так как вы думаете, что сейчас начнет происходить? Мы погрузились в цилиндр, в горячую воду. Ребята, что происходит? Температура будет увеличиваться? Увеличиваться, и горячая вода отдает свое тепло цилиндру. Так, сколько, ребята, воды? Сколько температура? Посмотрите, пожалуйста. Сколько градусов? 68. Так, 68. У нас только Наташа работает. Так, 68. Хорошо. Так, это у нас температура тела и воды, ребята, будет. Далее. Перенесите цилиндр в калориметр и закройте крышку. Так, переносим цилиндр. Закрываем крышку и начинаем измерять температуру. А теперь какой процесс, ребята, пошел? Горячий цилиндр опустили в холодную воду. Горячий цилиндр отдаст свое тепло холодной воде. Хорошо, молодец. Так, и отдает свое тепло. Сколько, ребята, здесь градусов? Т конечное будет у нас. Смотрим внимательно. 29. 29, хорошо, молодцы, ребята. Так, сделали. Теперь далее. Зная из таблицы удельную теплоемкость воды, вычислите количество теплоты, полученное водой по известной формуле. Q полученное равняется, берете объем, у нас 150, ро, плотность воды, кто помнит, ребята? Плотность воды. 1000 килограмм делить на метр в кубе. Молодец. Так, умножаем на теплоемкость воды, вы записали 4200, Т конечное у нас 29, Т воды у нас 20. Вот эта формула, ребята, у вас есть в описании, которую я отправила вам до этого. Так, и единственное, что хотела сказать, вначале переводите в систему Си, потом только начинаете вычислять, хорошо? Так, далее, восьмой пункт. Зная из таблицы удельную теплоемкость стали, вычислите количество теплоты, отданное телом, по известной формуле. Q отданное, М. Здесь уже берете массу цилиндра, у нас здесь в граммах, не забудьте перевести в систему Си, в килограммах, хорошо? Так, здесь С, это удельная теплоемкость стали, которую вы записали, 450. Т конечное 29, и Т тело у нас 68, ребята. Посчитайте, потом запишите вот сюда. Хорошо? Так, далее. Повторите измерение для алюминиевого цилиндра массой 100 грамм. Так, то есть мы так, убираем стальной цилиндр. Так, что мы здесь делали? Калориметр налили, измерьте температуру воды в калориметре. Теперь, ребята, смотрите, вода в калориметре, вот температура здесь такая сейчас. Записываем сюда, уже начальные условия, ребята, меняются. 29, объем воды 150. Так, теперь в эту горячую воду, ребята, мы помещаем теперь алюминиевый цилиндр. Измерим ее температуру. Так, пока здесь крышкой закроем. Здесь, видите, горячая вода также отдает свое тепло цилиндру, ребята. Сколько, посмотрите, пожалуйста, сколько получилось? Т-тело у нас 50. Смотрим. Видно, нет вам? Первая окружность смотрим.
53, 52. Какой возьмем? 53. 53 возьмем. Хорошо. Так, почему вода остыла, ребята? Было 68 градусов, сейчас 53. Кто как думает? Почему вода остывает? Мы на прошлом уроке проводили тепло. В окружающей среде. Хорошо, молодцы. Поэтому она у нас постепенно остывает. Да. То есть вы видите, что в этой лаборатории все как в реальных условиях. Так, теперь у нас цилиндр отдает свое тепло теперь воде. Здесь у нас 32, по-моему, да? 32. И аналогично, ребята, выполняете расчеты. Хорошо? Так, вот мы теперь переходим к отчету. Просматривайте. Вот здесь у нас уже таблица заполнена, видите? Так. Теперь вы делаете расчеты и заканчиваете лабораторную работу дома. Окончить лабораторную работу, сделать вычисления, предварительно перевести полученные величины в систему Си. Заполнить таблицу, сравнить полученные значения и сделать вывод, ребята. Так, теперь в конце урока я хотела бы услышать ваше мнение по следующему виду рефлексии. Закончите предложение. Одно из предложений, хорошо? Так, кто там, пишите в чат, пожалуйста, ребята. Кто-то может так проговорить. Пожалуйста, кто хочет высказаться? Можно я так скажу? Пожалуйста. Можно я скажу? Хорошо, сегодня я узнала, как дикие животные сохраняют свое тепло. Хорошо. Так, кто еще? Я тоже хочу. Теперь я могу рассказать своим младшим сестренкам про то, как животные сохраняют тепло, чтобы им это было интересно. Хорошо, значит, вам понравилась эта информация. Так, хорошо, да. Еще кто? Давайте кого-нибудь послушаем, потом закончим. Можно я? Пожалуйста. Мне было интересно изучать конвекцию и вообще теплопроводность в целом. То есть вам этот раздел понравился, да? Угу. Хорошо. Так, Даша, пожалуйста, скажите нам в чате что-нибудь написано. У нас за чатом сегодня сидит. Да. Пожалуйста, прочитайте. Сообщение от Натальи. У меня появилось желание узнавать о других животных больше, как они сохраняют тепло. Сообщение от Дениса. Урок дал мне для жизни полезные знания. Хорошо. Спасибо, Дарья. Так, ребята, ко мне вопросы есть по пройденной теме, по сегодняшнему уроку? Нет. Так, спасибо, ребята, вам за урок. До свидания. Спасибо. До свидания.